Всем привет, меня зовут Женя. Я хочу открыть новую рубрику. Да, таких видео на ютубе более миллиарда, но все же эта рубрика будет связана с тем, то что я буду давать вам советы. Да, как бы банально это ни звучало, советы. И первый совет на сегодня: могу вам посоветовать читать книги. Потому что, читая книги, вы повышаете свой словарный запас. А в нашей жизни иметь хороший словарный запас – это, как молодежно говорится, разваливать по фактам. Если у вас очень много аббревиатур одного слова, то вы просто морально уничтожаете человека, заставляя его думать, то что он мало знает слов. Поэтому читайте книги, саморазвивайтесь. И это был первый совет. Всем пока.